пропускают. Да, приветствую всех. Игорь Сыч меня зовут. Мне как бы очень приятно как бы пообщаться и послушать. И я тоже очень восхищен, так сказать, всей атмосферой. Вот, в том числе и боевой атмосферой, которая здесь происходит. Вот, именно так и надо. Вот. А для текущего вот сегодняшнего обсуждения просто хочу сказать, что мне посчастливилось работать с обеих сторон этой баррикады. Да? То есть я поработал и в Академии наук, так сказать, несколько лет в Институте космических исследований, а потом перешел в бизнес и много лет, соответственно, занимаюсь каким-то бизнесом, да? Более-менее успешным. Вот. Но все эти проблемы, так сказать, знаю не понаслышке и со всех сторон. Вот. Плюс у меня, так сказать, первое образование – авиационный институт, микроэлектроника, значит, второе образование – высшее экономическое MBA в высшей школе экономики. Вот. Соответственно, все это хорошо знаю, да, может быть, не на отлично, но, так сказать, более-менее опыт есть. Вот, поэтому хочу сказать, есть хорошая новость, есть плохая новость. Значит, с какой начать называется, да? Плохой. Нет, лучше с хорошей. Хорошая. Да, значит, смотрите, во-первых, денег даже в нашей стране огромное количество, да? У людей в банках лежат около, там, по некоторым оценкам, 30 триллионов рублей. Да? Значит, из них какая-то часть – это деньги предпринимателей, которые всегда, в любой момент времени, с момента, когда он проснулся и до момента, когда он заснул, он ищет, куда их применить с максимальной эффективностью. Да? В том числе последние лет 20, наверное, после первого краха доткомов, да, значит, началась через пару лет, очень быстро снова возникло поднятие вот этого IT-рынка и вокруг этого всего, и молодежь зажглась, и большие деньги, так сказать, пошли в инновации, вот так скажем, да. Сначала айтишные инновации, сейчас больше все смотрят, в том числе, ну, в смысле, так сказать, сдвинулось и в сторону технологических инноваций, потому что айтишные уже, приелись, уже там слишком большая конкуренция. Да? Как вот. В свое время бухгалтеры, да? Да. 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 Денег много в нашей стране. В Китае денег больше на это, примерно в 1000 раз, да? А в Америке еще больше в разы, чем в Китае. Вот. Поэтому во всем мире, если то, как бы океан, он огромный. Вот. И все ищут инновации, в которые можно вложиться. Да? Дай Бог здоровья. Спасибо. Дедушка, возьмите роллы, покушайте. Вы знаете, давайте вот что сделаем. Запишите мою фамилию вот сейчас. Ну. И посмотрите, кто я такой и что со мной делают, блядь. Это я изобрел плоский телевизор, это я изобрел вот это. У меня все патенты, больше 100 патентов, я нищий. Запомните. Как ваша фамилия? Будённый Анатолий Павлович. Будённый, возьмите, пожалуйста, покушайте. В интернете есть. Ну ладно, я возьму, значит, да. Спасибо. Ну посмотрите, хорошо. Что делают с нашими изобретателями. Нас уничтожают, так? Понимаете? Хорошо, спасибо. Да, и вам тоже. До свидания. Сделайте свое хорошо. Дело. В этом смысле нам, действительно, океан, есть книжка, да, «Красный океан», там «Голубой океан», «Красный», в котором конкуренция огромная, и все пытаются, так сказать, сажать друг друга, и «Голубой океан» – это там, где вы единственный, да, и можете, так сказать, расширять свое поле деятельности, да, своего изобретения или открытия, там, или еще как-то, да, это вот, как бы, в бизнесе называется «Голубой океан». Вот. Соответственно, денег много, спрос на инновации огромный. Да ты что, пургу гонишь? Ты что несешь? Ты дров наелся, что ли? И
ну, ваша задача, да, только правильно, как сказать, встроиться в эту систему, да, или, ну, действовать согласно с ней, с нею, с той системой, которая как бы есть и развивается. Она, как бы, она работает и сейчас. Вот я знаком с десятками, если не сотней с лишним предпринимателей, которые в данный момент уже внедряли, внедряют, ищут новое и будут внедрять изобретения. Вот. Страна не стоит на месте. Все стремительно, ну, как бы, меняется, динамично развивается. За 20, там, за 20 там, или за 30 лет, да, как бы, я тоже, ну, как бы, общался с сотнями людей, которые именно внедряют свои изобретения вместе с инвесторами, с партнерами, там, ищут инвесторов, меняют этих инвесторов, ругаются с ними, сливаются снова, разбегаются, ищут новых и так далее. Да? В нашей, ну, мне кажется, в нашей стране немножко сложнее это делать. Да? У нас крупные корпорации, которые, ну, за последние 20 лет государственная собственность на средства производства, да, занимает в экономике с 40%, да, сейчас около 80% ВВП. Да? И крупные госкорпорации, которые сейчас управляют, ну, скажем, экономикой страны, они, с одной стороны, все внедрили, так сказать, департаменты инноваций, с некоторой точки зрения их заставили это сделать. С некоторой точки, некоторые олигархи, так сказать, ну, и поднялись на каких-то подобных вещах, и понимают это. У них университеты собственные есть, на которых акселераторы, фонды и так далее, в которые они вкладывают, на самом деле, наши олигархи, я имею в виду, да, миллиарды долларов. Вот. И, соответственно, внедряются. Вот. Поэтому... Вот с этой точки зрения все хорошо. Вот. Теперь, как бы, плохая новость в том, что вот есть какое-то сообщество изобретателей, которое варится немножко в собственном соку. Вот. И, ну, как бы, ну, это правильно. Вы изобретатели и вы ученые, да, которые двигают собственные темы. С утра до ночи вы занимаетесь другими вещами, чем предприниматели, да, как бы, к чему каждый человек склонен, тем он, как бы, и занимается, да. Но вот внедрение, как бы, ну, это другая немножко, другое направление деятельности. У американцев есть такая фраза, да, что тому, кто придумал идею, да, тому доллар. Ну, это считается у них справедливым, достаточно справедливым выражением. Тому, кто придумал идею, доллар, тому, кто произвел 10 долларов, а тому, кто сумел продать вот на этот рынок, да, тому 100 долларов. Вот. И, поэтому у них так реклама развита, да? Реклама развита, да. 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 Вот. И тот же, ну, те компании, которые, так сказать, сейчас развиваются, да, они же, ну, если рост этих компаний с первоначального до миллиардов долларов, это рост в десятки тысяч, сотни тысяч процентов. Вот. И в этом плане, ну, как бы, таких компаний много, и их все больше, компаний единорогов, да, так называемых. Значит, в первом десятилетии, ну, 2000 по 2010, да, их было буквально несколько в мире, я имею в виду стартапов, единорогов. Это те, у которых капитализация 1 миллиард долларов и выше. Вот. Во втором десятилетии их уже было под 50, по-моему, а вот еще за эти годы, да, значит, их уже... по-моему, больше сотни, там 150 стартапов,
которые за несколько лет, соответственно, достигли капитализации там, миллиард долларов. Вот. Поэтому вот в нашем вот, в текущем сообществе, да, я бы сказал так, что, ну, я всегда говорю вот, в частных беседах, да, среди нас о том, что на изобретение можно найти предпринимателей, которые, ну, клюнут на это, да, скажем так, вот, которые захотят внедрять, которые понимают что-то вот в конкретном каком-то направлении, да. Вот. С этим проблем нет. Даже сейчас, даже в нашей стране, даже в тяжелое, ну, такое СВОшное время. Да? Вот. Денег свободных много. Они ищут приложения. И сейчас все молодые понимают, что инвестировать в инновации – это самое интересное для предпринимателя дело. Да? Потому что и общественное дело, и заработок не 30% годовых, да, можно зарабатывать, а больше в зависимости, ну, от сил, усилий, там, инноваций, там, ну, и так далее, и тому подобное. Вот. Что, чего не хватает сейчас нам, и что бы я, как бы, ну, что можно предложить, да? Вот для любого предпринимателя, то есть для того человека, который захочет инвестировать деньги, как бы самая больная точка – это действующий образец. Если есть в руках действующий образец, как бы все дальнейшее течение развития на этом бизнесе, да, оно легче в 100 раз, чем до того. Есть тоже известная книга в этом плане, чуть-чуть к другому относится, но это можно применить. Значит, от нуля до единицы и от единицы и до бесконечности. Да? Вот по усилиям, ну, понятно, от нуля до единицы, то есть от идеи до действующего образца, это самое тяжелое время. Это долина смерти, так называемая. Да? Значит, когда изобретатель приходит с какой-то бумагой, ну, с идеей, написанной на бумаге, к инвесторам, да, а они имеют право не верить, потому что я знаю большое количество людей, я имею в виду с деньгами, которые инвестировали в подобные идеи, вот, и, конечно, прогорели. Вот, потому что изобретатель-то для него эта идея, это же ребенок, который он вынашивает, ну, всю жизнь, да, и пытается его улучшить, так сказать, и всем рассказать, и так далее. Но когда сталкивается с реальностью экономической, изобретателю не до этого, не до этого, да, потому что, ну, ему понятно, что, ну, это все должно быть внедрено, и общество должно быть осчастливлено, да, значит, этим изобретением. А уж сколько на это денег надо, сколько надо на это потратить усилий, получится ли это с первого раза или с 25-го раза, да, ну, его уже как бы не столько волнует. Но зато волнуют те, кто дает деньги, потому что деньги, ну, как бы, это такая очень жесткая вещь. Вот. Если он тратит деньги, он может, конечно. Вот почему, опять же, Силиконовая долина так взвелась за 30 лет, да, значит, это уникальное некое место, потому что никому в мире не получилось его, сейчас эксперты, они в этом сходятся, что повторить это никому не получилось, ни Израилю даже, ну, понятно, ни нашему Сколково. Вот, Зеленоград тем более. Стартап, да? Да, потому что там вот такой, там огромное количество ребят, которые туда приезжают, как бы со своими идеями, и там варятся в этом соку и изобретатели, и инвесторы, и они имеют право на ошибку. У нас, если человек потерял деньги на каком-то бизнесе, да, его считают неудачником,
А там, на самом деле, ценность этого человека, она резко возрастает, даже если он все потерял. Потому что битый, ну, потому что, ну, как сказать... Зато мы битые, двух не битых. Ну, вот, да. Наш представитель Ян выступал, помните, вот. Много раз. Вот. И наши там с огромным удовольствием работают и внедряют, да, и успешно работают наши ребята, потому что российские предприниматели, ну и российские люди, да, немножко привыкли работать в таких сложных рамках, да, вот, и поэтому мы всегда ищем разные интересные варианты, как обойти или законы, придуманные людьми, или законы, придуманные Богом, там, да, так сказать, ну, наилучший выход из ситуации наши люди... Потому что государство такие условия ставят, у них и предприниматели, поэтому они ищут лазейки, как... Лазейки, да. У них правила, да. И они работают, эти правила. Да. Там попробуй угроби, сразу ты за решетку. Ну, потом у них да, там... войн не было таких, как у нас. А вот. У нас наоборот, да. Попробуй не украсть. Да, и вот, да, еще важный момент хотел сказать, что, значит, ну, одна из таких, ну, известных не структур, а, да, структур инвестирования, да, это когда обязательно фонд инвестирует в 10 разных компаний, из которых, ну, по статистике, за 50 лет уже там жесткая статистика как бы появилась, да, все люди умные и в фондах, и финансисты, и они привлекают экспертами ведущих ученых мира по любой проблеме. Для них нет проблем из любой точки мира выписать экспертов, ученых, и они с удовольствием как бы работают и помогают любому бизнесу, любому стартапу, так сказать, развиваться. И несмотря на это, значит, статистика такая, из 10, ну, допустим, из 10, значит, проинвестированных фирм там за последний год, например, за любой там год возьмем, да, значит, 5 абсолютно убыточные, 3 плюс-минус около нуля, или небольшой убыток, или небольшая прибыль, и примерно 2 выстреливают в сотни раз. И эти 2, ну, соответственно, окупают и приносят прибыль по всему этому циклу инвестирования. Вот. И поэтому, да, значит, вот здесь можно применить, я так пока думаю, да, и вот об этом хочу как бы какой-то доклад сделать, да, ну, более-менее тоже объемный, о том, что надо с одной стороны, значит, собраться, значит, изобретателем в единую структуру, но не с точки зрения как ВАИР, который, ну, как бы за, ну, государственную защиту, значит, изобретений, изобретателей и так далее, а именно с, так сказать, с экономической точки зрения. Значит, в какую-то одну структуру, например, ну, это может быть, я уже говорил, да, или ООшка, или кооператив, который, ну, более приспособлен для этого, приспособлен. Но можно еще считать, там, ну, сейчас у нас приняты законы, несколько последних лет, очень хорошие с точки зрения защиты прав акционеров по акционерным обществам. Закрытое акционерное общество, то есть не публичное, которое акции котируются на биржах, да, а именно вот собрание акционеров, там 50 человек или там сколько-то еще, вот, и они являются акционерами. И, но тогда эти изобретатели должны, значит, в уставной капитал внести права на свои изобретения, да, не эксклюзивные права, может быть, как вот в акселераторах, от изобретателя требуется, ну, да, значит, изобретатель регистрирует компанию вместе с акселератором. Акселератор продвигает, обучает, значит, небольшие деньги вкладывает. За это берет всего лишь 7-8-10% вот в этой компании. Вот. И,
значит, в течение нескольких месяцев, соответственно, ну, подготавливаются презентации, шлифуются, значит, презентации, подготавливаются команды, которые будут это внедрять. Заключаются предварительные договора или договора о намерениях, ну или протоколы о намерениях на покупку будущей продукции с потенциальными покупателями. И вот на это, соответственно, зовутся инвесторы, которые уже, так сказать, разговаривают с понятной структурой, на понятном языке для инвестора, с понятными цифрами, с подготовленной финансовой моделью. Вот. И тогда это скрещивание, да, или женитьба, да, так сказать, изобретателя и инвестора, она происходит гораздо быстрее, понятнее и плодотворнее, да, вот, и, так сказать, с обоюдным, ну, с обоюдной синергетической выгодой. Синергия, да, 100% получается. Вот. В общем, надо как бы объединяться в некоторую структуру. Вот. Ну, плюс еще есть идеи, так сказать, ну, это можно сделать на современный лад, ну, там еще несколько. Ну, я думаю, что там подготовлю какой-то доклад, ну, более такие конкретные мысли, да, донесу. Вот, ну а там дальше как бы можно будет двигаться. Можно я дополню некоторыми фундаментальными вещами. Просто я о них говорил, вот там Боргоцкий знает, а Бриллинер нет. Есть фундаментальные вещи, которые были открыты в той же Америке. Но, по крайней мере, я оттуда это услышал. Что есть как бы вот закон природы. А это 1.5-2%. Он известен всем. Это в любом обществе, в любое время, в любой стране. При любом, так сказать, раскладе всегда находится 1.5-2%, практически не больше, которые способны продвигать прогресс и инновации вперед. Так вот, с этим боролись, пытались бороться американцы, собирали у себя там своих все, тасовали, ничего у них не вышло. А стали они искать выход из этого положения, это привлекать из разных стран своих ученых. То есть они фактически крадут. Почему? Потому что они не могут убить этот закон 1.5%. Поэтому они чужих ученых, вот как у нас, 50% МВТУ, 50% физтех, распределяются туда. Это всем известно. Это такая форма борьбы с этим законом эмпирическим. Так вот, вот эта силиконовая долина, где вот эти вот долины стартапов, она уже перепрыгнула и этот процент. То есть из 10 фирм там уже по крайней мере одна получает развитие такое, что она может захватить рынки. То есть они борются с чем-то. Ну, то есть у них 10%. Да, у них уже 10%. Не полтора, а 10. Они делают дело, да. Делают деньги фактически, да, и продвигают свою экономику вперед. Но они не сидят на месте. Так вопрос другой. А почему же у нас позволительно 50% выпускников просто бесплатно отдавать куда-то? Смотрите, это такой частный момент, да, но вот я два слова хочу сказать, да. Значит, умный человек, как и любой другой человек, да, так же, как рыба ищет, где лучше, а человек, где глубже, да, так сказать. Вот, известная шутка на эту тему. Вот, поэтому то, что кто-то уезжает куда-то, вот стратегически это хорошо. Может быть, тактически, вот в данный момент, да, мы переживаем, что наши умы, да, куда-то уезжают, а вот здесь становится хуже. Да? У китайцев то же самое. Да, у китайцев тоже, да. Тут важно, знаете что, чтобы они, эти умы, туда уехали, да, но потом мы должны здесь создать лучшие условия, чем там, чтобы они вернулись. У китайцев это дело. Вот.
И они тогда они вернутся, ну, так сказать, да, они вернутся гораздо в лучшем качестве, чем они отсюда уезжали, потому что, ну, где-то лучше оборудование, да, где-то больше мозгов именно в этом направлении, да, вот. И если человек уезжает, значит, он чувствует, что там ему будет лучше. И эту конвергенцию уже не сломать. А зачем ломать? Не надо. Да. А, нет, ее надо ломать. Да, в некотором смысле поддерживать, да, но потом затаскивать этих людей обратно. И в этом смысле, да, вот все говорят, все ждут, да, значит, скорого создания снова Советского Союза, да, вот. И вот взрослое поколение, да, оно с огромным, ну, удовольствием ждет этого момента, потому что это будет, мы это знаем, это будет обязательно, да. Я здесь хочу просто дополнить, да, о том, что, конечно, по законам экономики нам надо создавать новый Советский Союз, иначе мы не... Но с другим управлением. Да, да, но мы должны создать такое место, когда все близлежащие страны, вплоть до Афганистана, плюс еще, да, Пакистана, значит, Турции и так далее, да, захотели... Нет, ну все наши бывшие... тоже должны захотеть, но они должны захотеть не потому, что мы сильные, да, и мы вот, ну, так сказать, их подгребаем к себе, да, они должны захотеть потому, что видят, что там им будет хуже, и здесь будет лучше, со всех... Не мешает. Нет, а что значит не мешает? Подожди. Вот. Нас время. Да. Не один мешает. Ну, я маленький. Я маленькую... Вы помолчите. Уважается, уйдите. Да. Я маленькую реплику. Идеология уже пошла. Да. Маленькую реплику. Мы здесь должны создать условия для того, чтобы умным людям здесь было лучше, чем где-либо. Вот и все. Вот все наше... весь секрет. Поменять управление экономикой. Ну, это уже пусть там верха решают, да. Тогда бы... Вот. А мы... Это в другой стране. Вот. Да, еще какие... Еще вопросы, да, пожалуйста. Ваше мнение по сегодняшнему вопросу. Ну, я посмотрю еще потом первую половину. Да, потому что вот. Мы к концу пришли. Да. Скажите, пожалуйста, как называют номер закона о частно-государственном партнерстве? В каком году он был сделан? Посмотрите презентацию. Сделан давно. И он до сих пор сырой. Очень сырой. Я пытался. У меня было 10 лет назад. Нет такого закона по частному государственному партнерству. Ну, вы имеете в виду государственное частное? Да. Он есть? Мы сегодня об этом как раз и говорили, что нет закона о частном государственном партнерстве. Он есть. Да. И он сырой. 10 лет назад он уже существовал. И я пытался несколько проектов на этом фоне сделать. Да? Значит... В регионах, в мэриях, в администрациях никто его не понимал, в том смысле, что, как сказать, есть закон, а должны быть еще приняты подзаконные акты, которые расшифровывают все необходимые движения всех сторон по этому закону. Вот очень крупные компании, очень крупные проекты, как то там... Скоростные железные дороги у нас были сделаны, как ГЧП, в Автодоре вот, платные дороги, они были сделаны, как ГЧП. Вот. Но это были дополнительные специальные постановления правительства для того, чтобы дополнение к этому закону, так сказать, как работает этот проект. Как будет с изобретателями, так сказать, работать муниципалитет, я, честно говоря, даже себе не представляю. Муниципалитет не сможет. Вот. Плюс еще, смотрите, вот вы подписали, значит, реальность такая, подписали, ну, что-нибудь с муниципалитетом, да, а на завтра этого главу посадили, да, ну, в смысле, значит, он ушел, да, приходит новый, вот, и что делает новый? Он, значит, как бы должен встроиться, он должен понять, почему ему интересно, да,
должно быть, развивать этот проект. А если его через неделю тоже снимут, через месяц, через год даже, да, как бы ему надо понимать, ну, почему он должен помогать. Вот. Но, кусочку рвать бы надо. Да, значит, но тут вопрос следующий. Значит, если вот поступило предложение, да, давать чиновникам, да, какую-то долю, вот. Так вы поймите, они начнут через месяц как бы меняться, вот, и быстренько-быстренько выберут все ваши проценты до 100%. Да? Ну, это там, наверное, по времени. Ну да, то есть это все как бы, ну, очень сложно. Здесь как раз был доклад об этом. Вот, ну я... Евразийский патент и так далее. Защищаем. Мы сегодня целый вечер об этом разговаривали. Да, да, да. Ну, вот, вы посмотрите. Ну, как патенты защищают. Как смотрите, вас зовут еще раз? Игорь. Игорь. Да. Давайте закончим на этом. Вы вернетесь. Да, вернетесь? Я посмотрю. Я сказал, посмотрите. Я посмотрю первую половину, да, и там, да, так, поэтому, да. Подрихтую, да. Давай, еще, может, еще какой вопрос? Да. Так, заключительное слово докладчику. Пожалуйста, Олег. Олег Сергеевич. Я даже не знаю, что сказать. Здесь очень много чего могу сказать по этому поводу. Я все сказал, да? Ну, я буду ориентироваться на следующего докладчика. Вот. Хочу сказать, все, что вы здесь сказали, нам это все известно. И мы хотим уйти от этих моделей. Вы представляете, в рамках того, что вы сказали, это западная экономическая школа. То, сейчас работает здесь. Да, совершенно верно. До сегодняшнего дня все, что вы говорите, оно так и есть. Нас это не устраивает. Вот. Поэтому мы хотим перевернуть все это дело. Для того, чтобы я вам не конкурент в этом отношении. Вот. Поэтому я вам оставлю статью свою «Частное государственное партнерство», которая была в основе этой презентации, этого доклада, потому что из доклада здесь особо не понять. Вот. Вы посмотрите и попробуйте их соединить. Вот. А если вы говорите, что у вас есть предприниматели, то я вот вам, к вам обращаюсь. Приведите сюда предпринимателя, который заинтересован в развитии вот этого вот, этой сферы, и пусть он станет спонсором вот нашей секции, вот этой вот секции, то, что мы сделаем секцию. Вот. Я предлагаю лучше, чтобы мы сами заработали и стали спонсорами своей секции. Да? Ну, нет, вам виднее. Я не решил этот вопрос, мы не решили этот вопрос, ни я не решил этот вопрос, ни коллектив ученых в Твери не решили этот вопрос. А ресурс у нас был следующий. У нас было всего три организации на Тверскую область. Это региональный ВАИР, это Верхневолжское авторское общество и Международная академия авторов научных открытий и изобретений. Вот мне в наследство досталось два ресурса из трех. То есть у нас, ну, это больше... Вы говорите, ну, больше организации на всю Тверскую область, которая заинтересована? Нет, была. Вот за это время, за последнюю декаду лет, десятилетия, там возьмите 10 лет назад, же вообще эта тема не интересовала никого. Вот. Она вообще, я бы сказал бы... Не то, что она запрещенная, она не запрещенная, она умышленно игнорируется, замалчивается, да. Вот. Ну, причины мы сегодня называли этого всего дела. В прошлую пятницу мной был сделан доклад по частным государственным партнерствам, которым я занимаюсь с 2007 года. Так. То есть это приоритет больше 10 лет получается, да? Вот. И во время доклада мной была высказана инициатива, частная инициатива о создании в моей секции изобретательства. Так. В целях повышения потенциала национальной экономики и обороноспособности страны. Доклад.
то, о чем формально по всем телевизорам. Конечно, частную инициативу. Без частной инициативы не будет технологического развития. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации. Это не вопрос там налогов, не вопрос поддержки из бюджета каких-то проектов. Это все, что связано с развитием частной инициативы. Если дать ей проявиться, то тогда будет и развитие технологий, развитие инноваций, то, что мы называем модернизацией. Но вот вокруг этого все должно быть. Это все, что связано с развитием частной инициативы. Если дать ей проявиться, то тогда будет и развитие технологий, развитие инноваций, то, что мы называем модернизацией. Но вот вокруг этого все должно быть. Так. На докладе присутствовал Сыч Игорь Сыч, фамилия Сыч. Так. Его попросили высказать как альтернативное мнение, и он вышел и пересказал западный учебник западной экономики так. По внедрению инноваций в России, то, что у нас не действует. Но видно было, что он просто пересказывает учебник, которому его научили на курсах MBA менеджмент. Так. Вот, и так далее. А в конце доклада я ему высказал свое мнение по этому поводу, и он сказал, говорит, давайте вместе типа заработаем. Я не хочу зарабатывать. Мне так уже надоело это зарабатывание. То есть ты против заработка? Работы. Против? Работ. Но... Это все стратегема военного. Отлично, да. Приветствую глобальную волну в лице Ярослава. Ну что, какие отклики, отзывы, какие чувствуете в научной среде по поводу ваших докладов, вашего фундаментального доклада за последние там 150 лет? Мне присылают, благодарственные письма с просьбой прислать вот эту презентацию. Она в описании приложена. Да, она в описании, но некоторые, видимо, не вникают. И я высылаю им. А критики они не будут писать? Не будут. Ну, конечно, не будут. Значит, не сильно я их возмутил. Что сегодня будет? Почему вы попросили лично прибыть в глобальную волну и зафиксировать? Да, у нас в прошлую пятницу был доклад Олега Басаргина. О внедрении изобретений. Он высказал свою позицию как изобретателя. Сегодня выскажет на эту же тему свою позицию предприниматель. Это всегда интересно. Вот, когда разные специалисты высказываются по одному вопросу. И дальше будет дискуссия. Я думаю, что и все подключатся к этой дискуссии, и в процессе дискуссии тоже могут возникнуть интересные идеи, пути внедрения. Вот позицию изобретателя я знаю, да, уже понял. Не буду пересказывать. А вот позиция предпринимателя была высказана на одном из наших семинаров. Он так сказал: а где тут проблема? Поднимите руки, у кого нет мобильного телефона. Ну и, конечно, никто не поднял. Значит, у всех есть мобильный телефон. Значит, для внедрения мобильного телефона получается, что ничего делать не надо. Вы сами, никто вас не принуждает, так сказать, внедрять. Вы сами покупаете, вот и это и есть внедрение.
Ну, это некое вранье, потому что сначала военно-промышленный комплекс разрабатывал фундаментальные исследования. Да, да, они да. уходили в оборонку, потом в космос. И причем это все уходило достаточно медленно, с трудом. Да. Не просто вот так, легко и просто. А потом, когда это все уже появилось на прилавках, конечно, уже никаких проблем нет. Бери и покупай. Да, да. Поэтому вот такая позиция тоже достаточно крайняя. Ну, послушаем доклад и послушаем дебаты. Послушаем, конечно. Для дебатов мы и собираемся. Вот. Хорошо. Спасибо. Ждем тогда доклад. Да, ждем доклад. Сейчас придет докладчик. Если он придет пораньше, можем перед докладом, так же, как с Олегом, да? Да. Можем его как бы проинтервьюировать до доклада. Согласен. Хорошо. Так, Александр Сергеевич, я включил камеру, поэтому вы готовы быть соинтервьюером. Скажите, кто докладчик? И... Добрый день, уважаемые зрители глобальной волны. У нас сегодня доклад Игоря Васильевича. Чижа. Нет, фамилия Сыч. Сыч? Сыч. А говорили Чиж. Ну, я не знаю. Как-то так. А, да. Как-то так. Сыча. Я увидел уже, ничего страшного. Уже путь инноватора. Инноватора. Я назвал путь инноватора. Да. Путь инноватора. Рабочее название было «Путь внедрения изобретений». Ну да. Ну. Вот, потому что инноватор, ну, как более общее. Более общее, да. Да. Более общее. Ну, тогда возникают вопросы к докладчику. Ради, надо сказать, что мы час перед встречей гуляли, и Олег сказал, что товарищ на прошлом мероприятии выступил и прочитал, в принципе, западную модель продвижения, как обучают... На Западе. На Западе, да. Да. И надеюсь, мы сегодня услышим еще что-то. Да, я бы сказал, это не западная модель, это та, которая работает прямо сейчас у нас здесь. Хорошо. А западная она или не западная? Тогда, раз у нас уже все на экране, как бы презентация. 30 лет как к нашей дисциплине. Игорь Васильевич, присядьте, пожалуйста, да? Вот сюда. Мы еще ничего не спасибо. Делаем. Это только предисловие. Да, я понимаю, конечно, я понимаю. У нас еще есть время до доклада. Камера уже работает, и мы вкратце хотим послушать вкратце суть вашего доклада, и потом сразу же зададим вопросы по вот тому, что вы сейчас нам скажете. Ну, за исключением того, с учетом того, что уже сказал, ну, было сказано Ярославом. Значит, суть вашего доклада вкратце. Вкратце можно всегда изложить суть, правильно? Если есть цитата, если ученый не может восьмикласснику за 10 минут объяснить, чем он занимается, то он шарлатан. Что-то в этом духе. Совершенно правильно, да. Вот, я последние 20 лет я как раз мигрировал от науки в сторону бизнеса. Вот. И венчурное, да, инвестирование. Вот. И у стартапов там есть аналогичное, так сказать, выражение этому. Вот. Elevator pitch, так называемый, да. То есть 30 секунд примерно есть у любого молодого стартапщика, если он вдруг встретился в лифте с желаемым инвестором. Вот. И у него есть только 30 секунд, пока лифт едет на какой-то этаж, чтобы рассказать, чем он занимается, почему надо его слушать. И цель этого выступления, так сказать, чтобы договорились на следующую, так сказать, большую встречу. Вот. Поэтому мне это прекрасно, как бы, известно и понятно. Вот. То есть там было 10 минут, а здесь вообще 30 секунд. Вообще 30 секунд. Пока едет лифт. Да. Угу. Да. Понятно. Вот.
Значит, если кратко, так сказать, в двух словах, то хочу сказать, что все, что надо для внедрения изобретений, в настоящий момент у нас в стране есть. Надо только умело этим пользоваться. Молодежь, надо сказать, пользуется этим очень умело. Пока не доклад, можно я вот буду вопросы задавать? Да, конечно. Смотрите, более 15 лет тому назад Виноградов Юрий Евгеньевич получил золотую медаль на выставке инноваций, выступал на центральном телевидении, показал прототип устройства на варикапах, позволяющее собирать заряды среды, и с одного квадратного сантиметра можно получить 10 ватт, 2 ампера. То есть, когда со всех трибун говорят, что товарищи изобретатели, умные головы, предприниматели нам требуются для обороны, для страны, для цивилизации и так далее, вот уже на центральном телевидении показали. Переговоры даже с профильными производственными участками определенными были, и все заглохло. То есть, когда вы говорите, что бизнесмен хочет прототипа, это вранье. Потому что прототип и физического опыта и так далее был предъявлен. Когда, ну, как прототип телефона, это же не значит, что телефон закончен. Нужно показать физический принцип. В данном случае автор продемонстрировал законченный прототип, который работает, предъявлен, прошел отбор инновационного определенного конкурса. По результатам этого конкурса попал на телевидение и все заглохло. Поэтому, когда вы говорите, что вы говорите, что в стране все есть, я вот слушаю это и понимаю, что как это, как в каких-то мы искаженных зеркалах. Ну да. Ну, вот. Я единственное, как бы, слово вранье, я как бы ваше подкорректировал немножко, Ярослав, да? Потому что мой опыт это как бы как раз десяток вариантов, когда. Если прототип есть, то очень легко на самом деле находится нужный инвестор. Вы не слышите. Вот в вашем случае с Виноградовым, да? С Виноградовым. Нет, не очень находится. Олег, я имею в виду по сравнению с тем моментом, когда я только идея на бумаге и ничего другого нет. Ну, конечно, я это имею в виду. Мы должны разобрать конкретный случай. Есть изобретение, где потребителем является каждый пользователь электроэнергии. Понимаете, когда говорят про изобретение, а кто ваша целевая аудитория, а кто ваш потенциальный покупатель, а где это можно, то в случае Виноградова это относится ко всем 100% потребителей электроэнергии. Да, но... И в этом моменте мы видим, что ни руководитель телеканала, ни руководитель выставки, ни председатель патентного бюро, ни журналисты, ни изобретатели МАИПа не ставят на повестку дня. Вы о чем говорите? Мы годами здесь собираемся, годами рассказываем про какое-то внедрение, а то, что требуется каждому, мы делаем вид, как будто в это нет. Ну, правильно, Ярослав. Вот, ну, у вас очень длинная, как бы, речь. Можно я не буду выставлять как бы, некоторые ответы? Ярослав, смотрите. Имею в виду, что все, раз тут секундами измеряется, да, то на твой ответ проблема прозвучала, на твой вопрос ответ достаточно длинный. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня заседание секции общей физики, но тема будет у нас, как и предыдущая, касаться изобретательских деятельностей, внедрения, как внедрять изобретения, алгоритм внедрения изобретений. Вот эта тема у нас и сегодня тоже. И названа она докладчиком «Путь инноватора». Докладчик у нас Игорь Васильевич Сыч. Он у нас предприниматель. Ну, он сам может представиться и как бы сделать доклад, после которого уже будут вопросы, а после вопросов будут, как обычно, обсуждения.
Слово докладчику, пожалуйста. Хорошее название. Это как Путин Мурайда. Хорошее название. Ну, создание такой ассоциации или союза требует вот некоторого устава, протокола, вот, что люди готовы. Вот. Если без образования юрлица, больше ничего не надо. Там в уставе должно быть написано название, штамп, не печать, а штамп, вот, бланк, эмблема. Вот. Ну, название или союз, вот, ну, там, понятно, разные варианты могут быть. Вот. Значит, ну, если помечтать, так сказать, если этот проект будет успешным, то, соответственно, какие-то вот такие можно делать разнообразные движения. Понятно. Это да, да. Да, да. Это уже развитие. Это уже развитие, да. Еще есть одна проблема, про которую тоже не упомянули, она супер важная. Это касается бешеного принтера. То есть надо издать такой закон, который запрещает менять закон в данной области чаще, чем, допустим, там за 3 налоговых отчетных периода. Иначе они будут столько пудрить мозги, что вы не успевать будете. Да, да, да. Да, мои, как бы, ну, юристы, ну, говорят о том, что, конечно, за последние годы среднее количество законов, которые они вводили, это от 600 до 800 законов. Да, и суммарно это 10 тысяч страниц текста. Вот. Как в этом, как можно жить по этим законам, как можно что-либо добиваться какой-либо справедливости в судах или там еще где-либо в государственных органах, да, потому что, ну, в общем, это просто какой-то кошмар. Как у нас, ну, вот. Но мы в этом живем. В принципе, начал все. Начал строить дом в одном законодательном поле, а когда построил, оказался в другом, у тебя все? Его отобрали. Все. Игорь, да, ну, вот как раз по последнему, я смотрю, Ваеровод идет по этой теме. Вот у них вот они, школа изобретателя... Конечно, конечно. Уже, вот они вот как раз конечно, создали, конечно. Не создали, а возродили то, да, то, да, то, да, то, да, молодцы. Нет, и в принципе, да, ВАИР, так сказать, ну, именно для этого и создан, и будет делать, двигаться, и делать это же дело, да. Вот. Другое дело, что ВАИР, ну, он... монстр, да, соответственно, он тяжело уже двигается. Мы наблюдаем годы, вот последние годы, да. Мобильный такой. Вот, да. Да, а мы будем гораздо мобильнее, гораздо активнее, гораздо адаптивнее. И я как понял, там все в руководстве, там все люди, которые военные в отставке, там все, по-моему, там все в погонах. Не знаю, я не изучал. Есть такие, нет, где нет, там даже скрывают, что это не важно. Ну, как это да. Важно? Да. Важно. Для нас не важно. Это важно. Для ВАИРа важно. Вопрос. А вот
Доклад закончен. У кого есть вопросы, пожалуйста. Умный, не пойду голосовать, потому что не обман. Обман все. Олег, у вас не по теме. Все. По теме. Без этого да ничего не сделаем. Уважаемые коллеги. Так, Олег, пожалуйста. Вы, да, пожалуйста. Сюда, выступления. Микрофон. Начались выступления. Вот профессионалы пусть поговорят. Профессионалы. Да. Игорь, я, конечно, не хотел бы и не хочу вас критиковать. Наоборот. Но придется. Но придется. Лошон мне друг, но истина дороже. Я только за, да. К вопросу о моем докладе в прошлом. Есть такое агентство социальных коммуникаций, и там социальные технологии. Так вот там запрещено критиковать. То есть они создают... Для создания чего-то нужно дополнение. Дополняй, и дано тебе будет управлять им. У меня, конечно, ум. У японцев, как мне рассказали, да, у них нет слова «нет». Вообще да. Нет. Они убрали из своего языка это слово, представляете? Вот. И они поддакивают, они кланяются друг другу, да, они не спорят, они говорят, что да. Вот. Может, поэтому они живут уже... Средний там под 100 лет уже начинается. Но делают все по-своему. Да. И нет, у них карты, значит, дальневосточные, другие. Хорошо, все неинтересно. Мой ум говорит, что встать и сказать, Игорь, все, что вы здесь сказали, ничего этого не... Это как раз антимир. То есть вот лично для меня... Вот это, через другие, вот сказать, я через баллы. Все это прошел. Да. Вот все, что вы перечислили, понимаю. Вот все я официально все прошел. Я об этом в прошлом году написал Матвиенко и дописался до нее в связи с пожаром НИИ-2 в Твери сгорел институт. Вот за счет того, что он сгорел, мне удалось до Матвиенко дописаться. И я ему и это все написал. Вот все, что вы здесь написали, это западная экономическая модель, и мы делаем максимум для того, чтобы избавиться от этого всего, потому что все это для нас дезинформация. Это информационная, это инструмент гибридной войны, который используется на сегодняшний день против нас. Лично я похоронил двоих конкретных людей, которых я знаю. Только из-за того, что вот вся вот это информационное пространство, которое вы сегодня рассказали, оно существует. Я думаю, что Ярослав Старухин похоронил, ну, человек 5, наверное, вот, которые не смогли реализоваться в том, что вы говорите. Я приведу пару примеров таких ярких. Вот вы сказали, что вы наблюдали, как один из изобретателей разорил какого-то инвестора. Несколько подряд. Да. Это может быть только в том случае, если эти инвесторы – это не инвесторы. Это те люди, которые представлялись инвесторами. Объясню почему. Потому что настоящие инвестиции, они являются затратами. Понимаете, о чем я говорю? То есть это не расходная часть, а затратная часть. Это мы вытащили отсюда деньги, наличные, отдали и переложили в другой карман. Только с коэффициентом прибыли. То есть мы не можем разориться на этом. Вот инвестор, ни один инвестор на этом разориться не может. Он сколько, он вложил в изобретательство, изобретателя 10 рублей, а положил себе в карман 15. Это сама суть инвестиции. Правильно, Олег, вот. Нет, это не обман. Вы в целом. Я конкретно как бы знаю, и среди инвесторов есть такие же авантюристы, да, которые берут все, что у них есть, и думают, что вот сейчас они станут там тысячу раз богаче, да, а жизнь, она оказывается другая, и он все теряет. Вот все, такие случаи тоже были. Ну, он не может вложить 15 рублей в карман. Жизнь нет. Стала сложнее. Ну и такие случаи есть, и мои случаи, которые я сказал, тоже есть. Вы, конечно. Безусловно. Вот. Я вам по общей картине говорю в том плане, что мы же общую картину рассматриваем. А конкретные случаи я вам приведу много своих даже. Вы используете определение рынка. То есть вы вот в своей презентации использовали определение рынка везде. Рынок, изобретение, рынок. Но изобретение не является...
этому. Можно я скажу? Есть инвестор, есть изобретатель, да? И они, их никто не заставляет, никакие законы или там приказы или еще что-либо, да, вступать в отношения. Это свободный рынок, в том числе и между изобретателем и инвестором. Вот и все. Смотрите, если мы же грамотные люди, да, и профессионально занимаемся этими вещами. Так вот, с позиции профессионального экономики, профессиональной экономики, есть такое понятие, как рынок и монополия. Рынок – это свободный обмен отдельными товарами и услугами. Здесь ключевое – свободный, потому что существует монополия. Любой результат интеллектуальной деятельности, творчества, образования, науки, в том числе и изобретения, это все объект монополии. Рынок и монополия – две разных вещи. У нас в стране мы находимся в условиях гибридной войны против Российской Федерации, против России, западными странами. А скажите, пожалуйста, а Запад находится в состоянии гибридной войны? Конечно, да, совершенно верно. Ну, можно я договорю? Не надо только заблуждение вводить. У нас нет монополии никакой. Вот вы обманываете всех. У нас есть биржа, у нас есть акции, они котируются, они плавают, а у нас одна монополия. Нет, чего людей обманываете? Нет, Александр, Олег имеет в виду, что любое изобретение... Я про биржу говорю. Нет, любое изобретение – это монополия. Да? Монополия автора. Все правильно. Да, а вот дальше уже начинается. На ваше изобретение будет другое изобретение. Они на рынке конкурируют. Обманывать людей не надо. Слушай, давайте не это. Олег всего очень дельно говорит. Да, давайте. Выслушаем выступающего. Нет, тут просто обман. Я просто хотел сказать, что тут невозможно сказать вот черное и белое. Вот или так, или так. Вот. Или гибридная война, и нам тут ничего не сделать, да, и постановление. Так сказать, об экономической безопасности можно вообще закрывать тогда, да, все разговоры, да. А и другое, когда все открыто, делайте, что хотите и так далее, да. Ну, жизнь, она гораздо сложнее. Для примера поставьте, пожалуйста, слайд трек изобретений. Нет, он ближе сюда, к концу. Ближе к концу. Трек изобретения. Смотрите. Вот здесь на этом слайде мы видим вот западную экономическую модель. Это трек непонятная терминология. Трек непонятной терминологии. Ну вот нам русским, вот вообще это не русские слова, и это не русские слова. То есть мы не понимаем этого. Порядок изобретений. Вот смотрите, вот. Вот эта вот идея, это открытие, это, ну пусть будет это изобретение, пусть это будет полезная модель, это опытный образец. Это фундамент науки, который указан красным, но который является просто фундаментом. То есть Советский Союз, вот это фундамент Советского Союза был, ну, науки Советского Союза. А вот это вот отсюда идет уже влияние западной экономической школы, которые нам преподносят в какую-то западную терминологию, которая непонятна для обычного изобретателя. И начинается с того, что надо кого-то что-то продавать. Вообще вот мой доклад, который был в прошлый раз, да, частное государственное партнерство, внедрение изобретений, он и предполагает продажу. То можно продавать, но это не... Вообще продажа изобретений, по моему мнению, это является преступлением. Вот. Ну, с этим согласен сейчас, кто занимается НТИ, директор, советник Путина, да, кто занимается НТИ, да, как его фамилию, не помню. Вот он продажа изобретений является преступлением. Вся суть. Вот. То есть мы когда с вами собрались что-то сделать, то есть, во-первых, наша задача сделать что-то новое, новизну, да, новое, небывалое, с критерием национальной новизны и мировой новизны, изобретательский уровень. Нам не надо друг другу ничего продавать.
Все, из этого мы исходим. Нам продавать сами ничего не надо. А если мы хотим определить какой-то капитал, которым мы владеем, нам надо просто то, что мы имеем, оценить. И все. Произвести оценку. Вот он, капитал. То есть западная экономическая модель капитала создает посредством надбавочной стоимости и перераспределения существующих благ. А мы говорим о том, что мы можем создавать то, чего не было. Производить регистрацию и оценивать, и получать первичное распределение, приоритет первичного распределения. Мы сами можем распределять. Есть, авто. Надо первичное распределение, что это такое? А оценивать надо все-таки, да? Или не надо? Ну, оценку, почему? Конечно, да. Нет, ну вот и все. Первичное распределение, все. Первый раз уже сделали. У нас на сегодняшний день чиновники, чиновники и бизнес в основном, они перераспределяют имущественный фонд, существующий имущественный фонд. Вот, шкаф остался от Советского Союза, завод остался, фабрика. Вот я вам говорю, да слушайте мою мысль, просто я не договариваю мысль. Поэтому, то есть, ну, это как бы одно и то же, но просто на самом деле вы как бы с двух сторон, мы смотрим на слона с двух сторон, вот и все. Я прошу не обижаться, не обижайтесь, не, пожалуйста, нормально. Игорь, все в порядке. Так вам сказать, ответить? Давайте я отвечу. Современный бизнес и чиновники перераспределяют существующий имущественный фонд. За счет перераспределения и надбавки, надбавочной стоимости при распределении, они извлекают прибыль, выгоду. Это спекуляция обычная. А изобретательство, то, чего раньше не было, новое, небывалое, не было ничего. И ты придумал новое техническое решение. Оно появилось, это новое техническое решение. Это новое техническое решение представляет собой товарную массу. И ты как автор первично ее распределяешь. Хочешь ему отдал, ему, хочешь всем вместе отдал. Первично распределил, понимаешь? Это называется лицензия на западную. Ну, лицензия... Вот еще раз. Есть идея. Идея патентоспособная. Я вам в прошлый раз все рассказывал, патентом оформляется, на уровне патента, да. Ну а потом, а из патента вы даете лицензию? А там дальше, да, а там уже дальше идет, там уже дальше идет перераспределение. Вообще не должны участвовать в этих операциях. Вообще так. И влиять. Желательно. О чем мы говорим? Мы говорим о коррупции, о преступлении, другая тема. Коррупция в теории... У меня к вам вопрос. Вы, когда делали экспериментальный образец своей водородной установки, получили от инвестора 500 тысяч рублей, для вас это были расходы или затраты? Ну, для меня доходы. Ну, потому что мы зарплату хоть чуть-чуть взяли. А для того, кто вкладывался, это была одна компания? Вы же одной компании? Инвестор вкладывался, для него это были, ну, инвестиции. Затраты или расходы? Он положил... Эта стоимость вошла... В его бухгалтерии, да. Да, это затраты, которые он списал. Да, списал. Нулевые, да. То есть с, это с, не... С нулевым результатом, да. Без убытка. Его компания... Он амортизировал это все дело. Нет, он как бы списал. Были списал инвестиции, амортизация? Обратно ничего не поступило. Он, соответственно, ну, как бы там, по бухгалтерским проводкам это списывается как убыток. Ну, как списал? Убытки, да. Ну, да, вот, но... вот это вот западная экономическая школа. На самом деле... Это наша бухгалтерия, не знаю, западная, вот смотрите, это, там, наша бухгалтерия. Гибридная или еще какая-либо. Да, это наша бухгалтерия, которая прямо сейчас работает и налоговая инспекция. У нас есть три вида, у нас есть три вида отчетности. Это общая система отчетности, упрощенка и вмененка. Упрощенка и вмененка не позволяет открывать ни НИР и ни ОКР. Позволяет НИР и ни ОКР открывать только общая система управления. Общая система налогообложения. Опрощенка, вмененка не может давать. Такие ограничения. А у нас вся страна на упрощенке и вмененке. Это финансовый инструмент
У нас есть страна на упрощенке, в миньонке и на теоретически все понятно. Будущий продукт. Так. Человек хочет показать, что надо откуда-то платить налоги. Какие могут быть налоги, когда вы только вкладываетесь в предприятие? Нет, вы не понимаете. Налоги с дохода пойдут только после того, эффект пойдет, и зарплаты, и эффект, и прибыль пойдет, когда процесс запустится, что тут можно не понимать. Вы не услышали. Давайте поясню, о чем Олег. Все проще. Разрешите, я поясню, о чем Олег говорит, что можно применить, можно из чистой прибыли или откуда-то направлять в, как затраты, а можно открыть НИР. И НИР у тебя будет отображаться... Где будет отображаться? Бухгалтерия. Но я же не бухгалтер, я пытаюсь его до вас донести. Если бы я... ты на амортизационные расходы это скидываешь, это не совсем твои убытки. Ты показываешь, ты на эту сумму уменьшаешь налогооблагаемую базу, свою. Снижение налогооблагаемой базы. Ну, вы не разбираетесь, несете ахинею. Олег не говорил о том, что заплатите налоги. Речь идет о том, что... Налогооблагаемая база снижается на сумму НИРа. И это для тебя поэтому он говорил, что это были не инвесторы, а хапуги-барыги, которые думали, что вот у них есть тут что-то, сейчас они вложат рубль, а сотку с этого получат. Вообще не понимая, как устроена вся система инвестирования. Нет, ни хапуги, ни какие-то барыги, абсолютно адекватные люди. Мы говорим о другом, что вот человек, нормальный человек, он вложил деньги. Да. Нет, он имеет производство. Вот он вложил туда какие-то деньги, получил, ну там прибыль какую-то, ну говоря импортным языком, капиталистическим. Вот он получил доход, наверное, говорить. Он распределяет этот доход между его сотрудниками. Вот часть денег он должен, по идее, вот как мы мыслим, как говорит Олег Сергеевич, положить на развитие производства. И вот часть вот уже денег на развитие он может пустить на НИР и ОКР. Вот и все. И тут ни на какие убытки, это вообще неправильно с точки зрения отчетности. Это обман уже получается государства. Конечно. Давайте продолжаем. На что... Мне понравилось высказывание женщины. Можно я скажу? Теоретически все понятно, осталось только помориться. Вот мы 10 лет живем вот в этом состоянии, то есть вся вот эта вот западная экономическая модель, она теоретически все понятна. Прямо вот сказка. Но люди умирают, изобретение не внедрено. Только у нас умирает больше. Я живу на 3000 рублей в месяц. 3000 рублей в месяц живу. Кошмар. А вы бизнесмен? Нет, а я изобретатель. Многие живут, а я 3000 рублей получаю. Друзья, давай... За счет мамы, бабушки. Нормально? Батарейка садится, надо завершать съемку. У меня изобретение. Выступление. Плазмохимия. Выступление. Олег Сергеевич. Олег Сергеевич. Значит, ключевым моментом в этом выступлении, в этом докладе, который мы прослушали, является то, что в стране существует 100 тысяч общественных организаций. 100 тысяч? Или я ошибся? Больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч общественных организаций. И это тысячи людей, которые получали высшее техническое образование. Ковали оборонный щит страны, разрабатывали самолеты, корабли, подводные лодки. И 3 общественных организации, из 100 тысяч 3. Вот о чем трубить надо. Когда мы говорим о том, что бизнесмены там куда-то что-то хотят вкладываться, откуда у них навыки понимания, во что вкладываться? Вот свое движение я в 2007 году начал с открытого письма президенту. Почему? Потому что были разработки изобретателей, которые создали прототип твердотельной памяти. То есть тогда в мире не было еще выпуска массового твердотельной памяти. 2007 год. А до этого я 2 года бегал по коммерсантам,
Думы. Но я работал в Совете Федерации, там вокруг миллионеры-миллиардеры. И говорю, вот рынок, смотрите, какой объем рынок выпуска электронных устройств, компьютеров, ноутбуков, лаптопов, вычислительной техники. И твердотельная память – это естественный ход развития компьютерной техники. Это миллиардные обороты. Получаю выходы на японские корпорации. Он говорит, ну мы в этом не разбираемся, это вам надо IBM, Toshiba, там Sony. Встречаюсь с ними, и они говорят, да, мы отстаем от вас лет на 5 в разработке, или но мы с вами работать не будем и покупать у вас ничего не будем. Мы это сделаем сами, и это будет 100% наше. А вы никогда не внедрите. Прошло 15 лет, я с прискорбием должен вам сказать, эти прогнозы на уровне переговорщиков-менеджеров, вот которые то, что вы сказали, свершилось. Мы до сих пор не выпускаем ни одного устройства, ни одного твердотельного чипа, чтобы подходили по характеристикам к 5 нанометрам. Более того, эту постановочную задачу никто не ставит. Вот поднимали Миронова, с Мироновым я в переписке нахожусь более 15 лет. Это руководитель одной из фракций в Госдуме, и он не стесняется сказать, вот, говорит, мы ничего не можем, мы ничего не можем. А какая его задача-то? Что значит мочь или не мочь? Его задача как лидера общественного движения, он имеет право обратиться к обществу. Он же представитель общества определенной части. И если наш главковерх не может напрямую выступать в дебатах и входить в какие-то дискуссии, то руководитель партии-то может сказать, у нас есть данные, что можно создать автономные источники питания, можно создать твердотельные чипы. И мы не имеем большинства сейчас в Думе. Но если мы получим от вас, граждане, поддержку, письма, то я имею право по-новому выйти и выступить в Госдуме, что ко мне вот написало 100 миллионов граждан. Хотят автономные чипы получить, но он этого не делает. Не делает. А почему не делает? А потому что даже среди ученых у нас нет согласия. В 2007 году, придя на семинар ритмодинамики, я сказал, вот у нас эфир, твердотельные чипы, опреснение воды, установки, о которых Олег говорит, плазмоидные, пятое, десятое. Давайте объединимся в общественно-политическое движение. И что ученые сказали? Пшел ты вон, Ярослав. Какая политика? Тьфу на тебя. Прошло 15 лет. Ничего не внедрено. Большую часть похоронили этих ученых. И мы заново начинаем куда-то что-то обсуждать, какую-то модель. Уже это все проходили, уже пришло новое поколение, и эту клоунаду прокатывают с новым поколением, которое не в курсе, что уже пытались внедрить твердотельные чипы, опреснения и так далее. Опять, эй, ученые, давайте проведем ревизию ваших изобретений, мы подумаем, почешем голову. А у вас какие возможности это внедрить? Ну давайте сейчас клоун... Я же принимал в этом участие. Максим Калашников, известнейший писатель. Надеюсь, он посмотрит, может, отреагирует, но он занял позицию не влезать. Помогал для олигархов проводить сборище ученых, где потоком в течение нескольких суток приходили изобретатели и несли в надежде свои изобретения. С ними вежливо говорили, чайку им наливали. Но стоило покинуть, обо всем забывали. Потому что я послушал в кулуарах, что они там. Говорит, нас интересует прототип вечного двигателя. Остальное все нафиг не надо. Пусть сдохнут. И сейчас мы слушаем речь. Потому что такой доклад хорошо было бы слушать тогда, когда были бы примеры наших российских... Были бы примеры наших российских бизнесменов, которые помогли раскрутить какой-то стартап, миллиардник, единорог, и как вывели на рынок что-то. Но этого, к сожалению, нету. Почему? 100% инертность гражданского общества, не способного к согласованным объединительным действиям. И это согласование ученые не дают импульса. Я же в прошлый раз сказал, здесь же выступали эфиристы. Эфиристы дают модельные представления, как устроен мир. Я попытался сегодня с Олегом делали сюжет по аналогии.
Московский энергетический институт. Там многие годы преподавал Копылов Игорь Петрович. У него модельное представление электромагнитной вселенной. То есть планета Земля вращается по аналогии униполярной электрической машины. Какой политик управленец поставил задачу перед инженерами, сказав: подождите, Земля вращается? Ну-ка повторите примерно то же самое в миниатюре, чтобы в каждом домовом хозяйстве это работало. Ведь в природе же это работает. Будьте любезны и так это сделать. Ведь задача науки это что? Задача науки смотреть на природу, изучать явления природы и на инженерном уровне это повторить. Где эта постановка задачи? Где Мироновская постановка задачи? Где Калашникова? Где Делягинская? Где бизнесмены, которые имеют техническое инженерное образование, которые ставят эту постановку задачи? Олег, Ярослав, можно я чуть-чуть? Ну, это выступление было, да. Ну, конечно. Очень красиво. С бизнесменами рассказываю. Значит, твердотельные чипы ничем не закончились. Они у нас вообще не выпускаются. Измельчение материи до 1 нанометра. Я докладывал это полномочному представителю президента, что установку вывозят из страны. Это подрывает обороноспособность страны. Он говорит, я ничего сделать не могу. Следующее, значит, чипы не прошли, измельчение материи, нового материаловедения никому не интересно, не надо. Опреснение воды вместе с утилизацией жидких радиоактивных отходов на базе МИФИ удалось это дело предъявить тогда действующему президенту Медведеву. Автор скончался через несколько лет. Технология утрачена. В своем описании автор пишет, что при запуске установки подвод извне электроэнергии не требуется. То есть запустив в замкнутом контуре, установка начинает себя обеспечивать энергией. Это к вопросу о вечных двигателях. Не обязательно же как бы использовать слово «вечный двигатель». Нет, ну решен вопрос. Говоришь, ничего не решено, ничего не. Вечный двигатель. Кто-нибудь принес туда им эти. Нет, они искали прототип. Нет, они искали прототип, прототип никто не принес. Несколько дней послушали. Это все промышленная разведка, вы поймите. Для того, чтобы закрыть это проект. Для этого они спрашивают. Ну, закрыть, не закрыть, но в общем. Не закрыть, в общем, это такая замануха. Это замануха такая. Ярослав, ну ты сам ответил на свой вопрос. Это все клоунада. Не имеющая. Еще раз, вопрос нашей гражданской инициативы. Потому что вы лично с места несколько раз говорили о том, что надо объединяться, надо объединяться. А под что объединяться? Не сказали. И вот такая разруха в головах 99% людей у нас в стране. Когда создано 100 тысяч общественных организаций, для чего? Это все имитация, это все под выборы. Потому что скажут, 100 тысяч общественных объединений сказали за патриотизм. Прости меня, Господи, как говорит Андрей Петрович Девятов. Я не против патриотизма. Но настоящий патриотизм – это создать технологии, сохраняющие жизни. Понимаете? С 2007 года новое материаловедение позволило давным-давно создать новые средства перемещения в пространстве на новых физических принципах. А нам по телевизору рассказывали про танк Армата, который мы, к сожалению, нигде не видим. Ярослав, значит, выступление закончил, переход слова. Отлично, отлично. Все прекрасно, все замечательно, все классно. Да, но... А вам слово дать? Нет. Все, что здесь говорилось, еще товарищ Солнце случится. Олег, можно самое? Я просто чуть-чуть скажу. Вот. На самом деле, Уважаемые коллеги, я сейчас, может быть, подведу какой-то итог, потому что эфирное время, как известно, не резиновое. Вот. Мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что установили, что проблема есть.
Есть различные взгляды на эту проблему. Но мы, значит, вот оба докладчика, значит, призвали, значит, создать вот четвертую организацию по изобретательству, да? Потому что из там 100 тысяч с лишним, всего 3 – это, конечно, мизер. Поэтому я вот такую предлагаю идею. Пусть инициаторы, вот у нас 2 докладчика уже были, пришлют вот ту программу, которую здесь на каком-то слайде я видел, вы знаете какую, покажите, пожалуйста. Вот. И где вот перечень документов и так далее. Вот. Перечень документов. Да, да. Во. Вот. И можем, в принципе, раз у нас позволяет законодательство, попытаться создать, ну, что там можно создать? Как это? Или ассоциация, или союз, или там еще как-то назвать, это не важно. Да, и тогда я могу всем членам раскидать вот эти предложения оба от 2 докладчиков, да, и мы дистанционно все это обобщим, придем к какому-то, вышлю каждому, каждый покритикует, даже не члену мои, я вышлю, каждый может критиковать, мы потом это все просуммируем. И, может быть, даже и в итоге я предлагаю создать вот эту вот, ну, ассоциацию, союз, там, неважно, как назвать. Как еще можно назвать, Олег? Общественная организация? Нет, у тебя она короче называлась. Клуб, о, еще можно назвать клуб, тем более, что это у нас записано. И пусть, пожалуйста, вот клуб функционирует. У нас есть 2 этих заинтересованных лица. Олег у нас, пожалуйста, вот он может как бы быть инициатором этой организации и действовать, ну, так, чтобы это было на благо, как мы все говорили, изобретателям, стране и всем остальным. Вот такое у меня есть предложение. Ну, то есть вот такое. Надо попытаться. Попытаться. То есть если возражений нет, то давайте, так сказать, это все и запустим. Давайте. Значит, одну минутку. Дело в том, что вот тот список, который вы сегодня составили, да, я же здесь вот сидела, не просто так, я вас всех уже включила в группу моих дисбук, вот, и мы там можем вот это все обсуждать, продолжить, понимаете, да? Да. Но я хочу сказать, что не у всех, по всему видимому, есть WhatsApp. Почему? Потому что некоторые товарищи вот там в этом списке, где стоят минусики, они в эту группу не попали. Это говорит о том, нет, что вы попали. Группа в WhatsApp, да, мои имени нету. Да я включила вас, но я же говорю вам, я объявление вам сейчас об этом делаю. Вот те, кто там в этом списке сегодняшнем со знаком минусик, вы обратите внимание, может быть, у вас есть какие-то другие телефоны, которые в WhatsApp действуют, понимаете, да? Вот, все. А вы, я лично снял WhatsApp, потому что это вообще проходной двор. Ну, все, сняли, дело не в этом. Значит, вам, вот он список. Да. Вот. Значит, я вам давайте быстренько скажу, кто не попал. Ни Борис Семенович Никонов не попал. Оськин не попал. Горелов не попал. Подобедов не попал. Все. А почему Оськин не попал? Ну, нету WhatsApp, значит. А я что попал? Ну, пишу. Так, Олег, что вы хотели сейчас подписать? Какое?
На прошлом докладе она была выставлена. А где это секция? Где это проходило? Когда? Ну это секция широкая. Сегодня мы не хотим торопиться с этим решением. Вот, и сделать клуб под секцией, в секции общей физики. Клуб это не серьезное название. А? Не серьезное. Какое название? Нет. Он предполагает. Он... Он... Все мелочится. Академия изобретателей. Ну, у нас академия. А не важно, как назвать. Смотрите. У меня было много, кстати, вот разных вариантов. Я покопаюсь. У меня там очень интересно. Значит, название мы можем еще варьироваться там. Это не важно. Главное начать. Еще показали да, а там песочник. Да, да. Нет, ну, у всех, кто записался, есть изобретение. Есть желание. Смотрите, вот это вот, вот это сайт, вот это сайт мои. Это ваша секция. Это наша секция. И уже на сайте уже выставлены под секции, которые вам придется создавать. Я думаю, что придет время, и вас просто обяжут это сделать. В том числе. Понятно, если военные классы придут, надо там диспозицию, дислокацию, режим дня и прочее. И в том числе клуб. Понятно, да. Время приема пищи, когда я пришел в институт философии, в лабораторию. На этом мы собрались. Да. Олег, микрофон дай, пожалуйста. Александр Сергеевич, Уважаемые коллеги, на этом наше заседание бурное заканчиваем. И до следующих встреч. Спасибо «Глобальной волне» за поддержку и за активную гражданскую позицию. Да, активную гражданскую позицию и за вот эти актуальные вопросы, которые они поднимают тоже вместе с нами. Спасибо. Всем спасибо.